И раз уж тема с Оксимироном и Моргенштерном настолько хайповая, что о ней говорят абсолютно все, мы решили отойти от серьезности и подогреть смешным и развлекательным контентом. Пересмотрели специально для вас более 15 тысяч комментариев и отобрали самые смешные. Пишите свои под этим видео, и тогда попадете в один из следующих роликов. Дорогие подписчики Rap News, хотите стильно одеваться, но из страны ушли любимые бренды? Тогда рекомендуем годный магазин кроссовок и одежды Hustle.rf. В наличии более 3000 редких брендовых кроссовок, которые нигде не купишь по адекватным ценам. Материалы качества не уступают оригиналу. Приятный бонус – это бесплатная доставка и оплата только при получении. Для наших подписчиков Hustle предоставили промокод RAPNEWS, который дает скидку в 30%. По промокоду уже закупились тысячи подписчиков. Ссылочка в описании. Оксимирон таскал повсюду дверь, чтобы снять клип с эффектом дверного глазка. Заслуживает уважения. Давно не хватало какого-то медийного конфликта, который прорабатывается не в каких-то сливах, подставах и прочем грязном, а в виде творчества на высоком уровне. Спасибо. MC из Лондона с проработанной детской травмой продолжает творить историю. Спасибо вам за это, Мирон Янович. Дед стабильно раз в несколько лет выходит из берлоги, выносит мусор и уходит обратно. Респект. Скажем спасибо Алишеру, что пожертвовал карьерой ради этого шедерва. Безобразный кот ковыляет закат по колено в крови. Мое дело вас развлекать пустяками во время войны. За душу. Мое уважение легенде. За эти 8 минут я успел посмеяться, поплакать и подумать. Сильное произведение. Спасибо Мирону Яновичу. Алишер гений. Принес себя в жертву, чтобы нас порадовать. Все эти года Моргенштерн строил свою карьеру ради того, чтобы Окси было кого за 10. Так, чтобы снова перевернуть рэп и вернуть к нему все внимание. Алишер настоящий и главный фанат Оксимирона. Это лучшее, что случалось в карьере Моргенштерна. Давайте просто признаем, что Окс кайфово танцует в розовом платье. Дед не прошел мимо, решил протянуть руку помощи начинающему маркетологу. Респект. 2010 день памяти физкультурника. 2022 день памяти маркетолога. Прожить жизнь нужно так, чтобы тебя отпевал Оксимирон. Отдельное спасибо психотерапевту Оксимирона. Прорабатывая свои детские травмы, MC из Лондона настолько увлекся психологией, что решил проработать травмы Моргенштерна. Огромная благодарность таким неравнодушным людям. Хотя бы шанс на любовь и свободу от сетки, либо триумфальное возвращение посмертно. Таблетки, вебка до экрана, кровь на салфетке. Я пришел освободить мелкого Алишерку. Того до ботокса Дубая, кремлевских конвертов, дефицита внимания, мемов, пранков и кеков. Спасибо, я пообедал кошерно. Помнишь, ты съел деда? Сегодня дед съел Моргенштерна. Как производитель дверных глазков, хочу выразить благодарность Оксимирону. Мы не знаем, кто убил Марка, зато теперь знаем, кто убил Алишера. Огромная благодарность Алишеру, что добился нормального релиза Оксимирона. Ждем через 10 лет трек от Моргена, где он рассказывает, как тяжело было прорабатывать травму после этого клипа. Спасибо Моргену, что решил пожертвовать собой ради этого шедевра. Понадобилось пересмотреть этот шедевр 4 раза, чтобы понять, что Мирон дисил не Алишера, а Моргенштерна. Алишера он наоборот освободил. Изящно, конечно. Как девочка, маленькая девочка, хочу сказать спасибо Моргенштерну за то, что совершил жертвоприношение и пробудил спящего батл-демона. Приятно осознавать, что на твоих глазах творится история. Окси, ты в наших сердцах. Я считаю, что это будут самые долгие похороны. Ведь даже спустя года мы будем сюда приходить, чтобы пересмотреть это искусство еще раз. Как же, блять, он все это отработал. Дед гений, нету слов. Респект Мирону за то, что дождался завершения USA тура Моргена и выложил трек уже после, чтобы не травмировать в процессе выступлений. Батя снова вернулся трезвый, в руке буханка, на голове бигуди. Будь здоров, живи долго, мое почтение. После каждого прослушивания трека прошу батю втащить мне, чтобы потерять память и заново послушать этот шедевр. Хочу выразить благодарность Мирону за то, что вернул
моду на платье в горошек. Я когда включила видео и увидела, что оно имеет продолжительность почти 8 минут, то у меня в голове появилась мысль: так долго? Но в итоге мне не хватило. Это шикарно, преисполнено любви к Окси и к его творениям. Меня трясет от эпичности. Блять, призываю всех знаменитых людей задевать Окси, чтобы он хоть раз еще выпустил подобную работу. 2009 — день памяти физкультурника. 2011 — день памяти вагабунда. 2015 — день памяти рижского подростка. 2017 — день памяти Версуса. 2022 — день памяти маркетолога.